Дорогие, всем привет! Меня зовут Кристина Смольская, я иллюстратор и преподаватель программы Procreate. За ближайшие 7 уроков я расскажу вам о всех тонкостях работы в программе. На выходе, помимо полученных знаний, у нас с вами будет большое количество наработок, готовых иллюстраций, теоретического материала для самостоятельного изучения и дополнительных знаний, закрепляющих пройденный материал. Почему Procreate? В мире иллюстрации, да и в принципе цифрового искусства, о Procreate последние несколько лет говорят все, так как возможности программы, по сути, единственные в своем роде. Вы можете создавать наброски, иллюстрации, анимацию, где бы вы ни находились. Дома, в кафе, в парке, в самолете, имея при этом весь арсенал инструментов профессионального художника-иллюстратора. Более 180 встроенных кистей, широкий функционал слоев и режимов наложения, режим анимации и мощнейшее разрешение холста, не говоря уже о передаче цвета самого iPad. 2 года назад передо мной стоял выбор – планшет, который работает в связке с ноутбуком, или все-таки самостоятельный iPad. Выбор пал на последний, во многом из-за простоты использования, отсутствия привязки к рабочему месту и, на самом деле, стоимости Procreate. Вы покупаете его единожды, и после этого у вас все обновления бесплатно, нет никакой ежемесячной аренды или дополнительных встроенных покупок. Сам интерфейс Procreate удивительно дружелюбен и не ставит перед собой задачу напугать пользователя, как многие другие программы. Однако, несмотря на простоту, он мощный, продвинутый и профессиональный. Могу сказать, что команда Procreate бьет точно в цель. Я выполняю все свои проекты по книжным иллюстрациям, журнальным, стикерам, открыткам, научилась делать даже паттерны для студии текстиля и керамики и даже небольшую анимацию. Поэтому я уверена, что с этой программой вы сможете реализовать свой потенциал на 100%. Ну что, теперь ближе к сути. Формат наших иллюстраций будет соответствовать формату Инстаграма. Во-первых, это отличная площадка для формирования собственного бренда и портфолио. Во-вторых, у нашего курса будет свой хэштег, под которым будем выкладывать все наши иллюстрации, созданные во время обучения. Вы всегда можете дать обратную связь по курсу, найти единомышленников, отследить рост коллег и поделиться своими иллюстрациями. А я по этому хэштегу смогу найти вас, увидеть ваши прекрасные работы, поддержать и с гордостью разместить у себя в профиле. И несмотря на то, что это видеокурс, мне хотелось его сделать более живым и человечным, поддерживать с вами контакт на протяжении всего вашего обучения. Ну что, вводная часть завершена, и я предлагаю перейти сразу к первой лекции, на которой мы с вами, помимо изучения меню и настроек, сможем уже начать рисовать нашу первую иллюстрацию. Всем успехов, замечательного настроения, поехали!